Алло, слышно что-нибудь, не? Привет. Как связь, алло? Здрасте. Да, давай телефон. Так, спасибо за подписки. Я тут вижу, многие уже купили подписку платную. Нормально, да? Лагает? Нет? Напишите, как видно изображение, звук и так далее. Вот это я, если что. Тебя видно, если что, отражение. Давай, скажи привет. Привет. Так, Hype Train. Здорово, ребят. Так, ну, вкратце, если что, собственно говоря, мы вот здесь находимся. Это стадион. Точнее, ну, он там находится, за этими дверями. А там сейчас проходит турнир по Dota 2, соответственно. Если вы в курсе, мажор и так далее. И сейчас мы вам будем показывать все, что здесь происходит. Весь этот стадион. Вот. Кстати, что? Кстати, в 90-х сняли сериал «Даллас», и там все клево. Чё, блядь? Чем сейчас. А, ну, здесь и сейчас неплохо вроде. Так что погнали, да-да-да, сейчас пойдем. Ну что, все тогда, можно начинать? Алина, покажи! Ну, я же говорил. Вот там покажи. Так. То есть, подождите, меня, себя показывать не нужно уже, да? Ну, все понятно, на телефон. Так, если что, чат у Алины. Да, я поэтому... Да, если что, там вот, а говорю. А меня слышно будет? Ну, конечно. Ну, конечно. Короче, вот вход, мы входим, соответственно, туда. Здесь как дверь открывается. А? Не понял. Тебя слышно? Всех слышно вообще. Короче, ну, это вход, соответственно, туда, значит, мы сейчас пойдем. У нас есть доступ, чтобы вы понимали, ко всему стадиону. Мы можем попасть куда угодно. Поэтому сейчас будет такой, так называемый, бэкстейдж. Мы покажем, что происходит за сценой, короче говоря, да? Вот, можете сейчас зайти, посмотреть. Там идет матч, играют аутсайдерс и кто еще? И еще какие-то ребята, я, честно, их не знаю. F? В смысле F? Какие лаги? Вы что, я к Wi-Fi подключен. В смысле лаги? Быть такого не может. Я в это не поверю никогда, блядь. Некоторые пишут норм. Так реально норм, у меня вообще все отлично. Мы подключены к Wi-Fi на этом стадионе. Здесь, ну, вообще, ну, как бы, по идее, не должно быть лагов. Может быть, из-за того, что мы, типа, прошли через ход, я не знаю. Но, по идее, должно быть нормально. Что ты это... Да не волнуйся. Переживаю. Да ладно, что ты переживаешь? Все работает точно, да? Да что ты переживаешь? Бля, ребят, вы человека запугали. Да человек... нет, я просто трясется, стоит. Так, ну, я боюсь двигаться, блядь. Сейчас один шаг сделал, опять лаги будут. А, короче, я думаю, может, туда пойдем. Туда? Не, давай сначала покажем стадион и что тут вообще происходит. Короче, тут одни дотеры, их прям очень много. Я один, кто здесь вообще, видимо, не связан с дотой. Вот, а так все остальные здесь это люди, которые играют в доту или связаны как-то с дотой. Давай, подержу. Да ладно, ты что, так замерзла? Ё-моё. Вот, поэтому сейчас мы вам покажем, как вся дота проходит. Там сейчас играет аутсайдерс, это чтобы вы понимали, ну типа как бы, ну как бы наши ребята. Вот, в команде там Рамзес, а это, соответственно, чувак из Новокузнецка вообще, чтобы вы понимали. И он сейчас здесь, в Техасе. Играет на турнире, понимаете, да? Не, вы не понимаете, ребята, это реально жестко. Ну и я тоже из Новокузнецка сейчас хожу здесь по Техасу, блядь, в этом стадионе. Мне кажется, мы с ним вдвоем одни, кто из Новокузнецка приехал сюда. На весь Техас, я имею в виду. Так, вот сейчас пойдем покажем вам звук F. Ну как такое возможно? Типа у нас вообще все нормально по связи. Это пиздец. У меня такое ощущение, что люди хуйню пишут. Из-за какого-то микролага сразу начинают спамить.
Так, чат, ну и чё? Лагает немного, микролаг. Ребят, давайте договоримся, вы не будете обращать внимание на микролаги. Так, подожди, а что-то я не понял, а где вход? А, вот здесь вроде. Вот, сейчас я скажу, тут переподписки были. Бледная, спасибо за переподписку. Сестришкина, спасибо за переподписку. Или что, это подарочная подписка. Но, ну, короче. Так, до нас тут докопались. Она спросила, если мы можем сюда заходить. Конечно, можем. Мы тут уже были. Итак, ребят, вот мы попадаем сейчас за сцену. Сейчас я заранее остановлюсь. Лаги есть? Нет лагов? А то, может быть, зря мы это все показываем. Буба не голодная, ребят. А, кстати, ты же можешь сейчас открыть то приложение и показать, в принципе. Ну да. Ну, не прямо сейчас? У нас есть... У нас, короче, мы купили камеры на всю квартиру, и там, если что, можно... Мы, короче, следим за Бубой. То есть там, ну, видно, что она делает, чем она занимается. Вот. Нормально все, нет? Можем идти дальше показывать. Нормально, да? Точно, все, окей, идем. Значит, комната Team Room 2. Здесь сидит, ну, какая-то команда, соответственно, дотерская. Сейчас их нет. Вот, здесь одна комната. Там пусто. Green Room, я не знаю, что это такое. Зеленая комната. Типа красная. Ну да. Вот, Player Lounge. Здесь, короче говоря, столовка. Сюда можно зайти похавать. Мы уже похавали. Вот такая вот штука. Еда, честно, говно. Мне не понравилось. Тут все мексиканское. Буррито всякие, короче, срань полная. Это третья комната. Тут... Вон там сейчас игра идет. Я болею за Outsiders, что естественно, ну логично. Вот, я даже на 1x ставка сделал ставку. 10 тысяч поставил на Outsiders. Поэтому, ребят, ой, тут кого-то красит. Вы тоже давайте там по ссылке переходите на 1x ставку, делайте ставку. Пока есть возможность поднять бабла на Dota 2. Нави, к сожалению, вылетели, поэтому минус 10. А я так и не думаю, они нормально играют. Короче, мы сейчас были, ну, на этом моменте, когда они все выходили на сцену, и я могу сказать, что почему-то Outsiders не особо поддерживали. А вот когда Beast Coast выходили, там все кричали. Я не понимаю, кто они такие, объясните. И почему у них такая жесткая поддержка. А на Outsiders такая реакция была, знаете, типа, ну вышли, ну ладно. Ну и ладно, типа, ну типа ура. Вот, это, короче, Team Room 5, и вон там Virtus.pro сидят. Вон, видите, дальняя комната. Но Virtus.pro имеется в виду Outsiders, они там сидели, в дальней комнате. Я туда, пожалуй, не пойду, потому что их там нет. Они сейчас играют. Вот. Русофобия. Вы знаете, мне кажется, большинство... Тут вообще непонятно, что... Большинство из тех, кто тут сидит, они даже не в курсе, что Outsiders — это люди из России. Хотя, кто его знает, может быть. Так, здесь у нас оборудование какое-то. Можно что-нибудь забрать, но мы этого делать не будем, конечно. Ну что, идешь? Да, нет. Ну, ладно. Так, ну а здесь у нас стадион, соответственно, сцена главная. Мы сейчас туда выйдем, там, наверное, будет громковато. Давай, открывай дверь. Погнали, ребят. Сейчас мы вам покажем главное. Опачки. Опачки. Опачки, а вот и оно, вот сидят комментаторы перед нами, вот видите. Вот они, Outsiders сидят, вот эти вот. Это комментаторы. Ну, мы круче, чем эти комментаторы. Соответственно. Вот здесь, виды. F? Бля, реально F, кстати. С Wi-Fi хуйня. Блядь. Странно, именно здесь Wi-Fi работает через жопу, блядь. Но, видимо, все подключены к интернету.
пиздец. А жаль. Ты даже чат, видишь, чат остановился. Они уже начали игру, я так понимаю. Ага, ща, ребят, ща, подождите. Сейчас выбегу, блядь, и вот эту вот штуку возьму. Ну нет, конечно, я так делать не буду, вы еще. Но они только начали игру. 15 секунды. Мы вовремя зашли. Ой, блядь, что такое? А что такое? А что такое? Да ладно. Да ладно, нихуя себе. Да ладно, это он, блядь, ничего себе. У нас уже первый есть. Я в ах... А, что такое? Что происходит, блядь? Что происходит? Что происходит? Что происходит? А что происходит? Что это было? Они хлопают, там доти. А, окей. Короче, вот люди. В принципе, стадион небольшой. Да, блядь, что за экшен? Я просто не успеваю, блин. Они один за другой. За другим, точнее. С кем они играют? F, блядь. Да почему F-то, ёбаный рот? Заебали, блядь. F. F, нахуй. Мне, что ли? А это все мои подписчики сидят. Здорово, ребят. Им всем похуй на меня. Какой-то. Так. 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 Ага. Ну типа, что, все, ничего не получилось, к сожалению. Нормально или... Зависает. Да хуй его знает, что оно зависает. Мне кажется, приложение говно, блядь, через которое я стримлю. Ёбаное, реально. Объясните, кто вот это вот такие? Они жесткие или не очень? Просто, чтобы понимать. Нормально, это с интернетом. Я. Не, я помню, что ты, а ты, ну как, жесткие они или нет? Они вообще, ну, известные, просто я их впервые вижу. Сят на 50, ХЗ, понятно. А, давай, нихуя себе! Охуеть! Ну, аутсайдерс пока нормально ведут. Охуеть. Слушайте, неплохое начало, мне нравится. Мне нравится. Ну, опять же, я не знаю, чат, скажите, как бы это самое, ну, есть ли смысл мне тут... Мы, конечно, можем выйти, но... Ну, есть мало всяких мест, где, которые можно показать, что-то интересное. Вот мы за это весь стадион. Пишем, нет, по походе. Бля. А я думал, вам будет игра интересна. Все-таки наши играют, ребята, наши играют. Ясно, вам похуй, понятно, блядь. Все понятно, блядь. Блин, а мне интересно. А мне интересно. А? А мне интересно. А мне тоже интересно. Ну ладно, пойдем походим, пока игра только началась. Давайте, мужики, вперед. Мы верим. Злые вы, чат. Вот тут, блядь, громко еще мне вот это бесит.
Ага. Ну, на сцену мы не будем подниматься. Наглеть не будем, пожалуй. Давай. Так, кто-нибудь подписался? Асланова, Лоли Хантер, Ивашка. Что это, блядь, за вот это вот кто? Ну, спасибо за переподписку, я просто не совсем понимаю, что это такое. СВ Лул и Лукаша, спасибо тебе тоже большое за соответственно, переподписочку. Так, а что тут еще-то показывать, я просто вообще не знаю. Я просто думал, мы будем смотреть матч, но зря. Я так подумал, конечно. Можем вообще залезть куда-нибудь, куда нельзя залезать. Здесь у нас тупик. Корот, блядь. Тут Wi-Fi какой-то дерьмовый. Шаг влево, шаг вправо, блядь, все сразу падает. Короче, понятно, Wi-Fi вот только в этой области. Можем сходить туда, где... А там что-то интересное происходит, кстати. Ну, там татуировки делают. Вот сейчас туда пойдем. Тут, короче, блядь, не, подожди, что с Wi-Fi? Что за хуйня? Только что было нормально. Походу не получится тут нормально подстримить. Есть у меня такое ощущение. Пиздец. Не, ну Wi-Fi вообще мертвый. Пиздец. Я не понимаю. Я не понимаю. Пойдем выйдем. Ну ничего. В городе, может быть, нормально будет. Но я думаю, не сегодня мы будем стримить из города. Вероятнее всего, завтра, я хз. Так. Потом выйдем? Не, ну да, мы можем выйти, конечно. Только надо будет переподключиться на мобильный интернет тогда. Так что да, мы можем выйти. Ну, отсюда, имеется в виду, из стадиона. И пройти куда-нибудь тут. Просто показать окрестность. Потому что сейчас мы находимся в городе под названием Арлингтон. Здесь такой город, короче, в котором вообще нихуя нет. Типа, вообще. Здесь просто стадион и все. Ну, как бы, да. 20 минут, нет, 30 минут ехать. Да, пойдем. На машине 30 минут, и ты, короче, приезжаешь в Даллас, в котором тоже особо ничего нет. Это, короче говоря, ебать, а это что такое? Это какая-то выставка татуировок, что ли? Тут всем делают татуировки, чтобы вы понимали. Тут всем делают татуировки, блядь. Это нам пока не надо. Так, что с интернетом, блядь? Все хуёво с интернетом, конечно. Нет. Можно похавать. Тебя увидели. То есть понимаете, да, на одном стадионе проходят два мероприятия. Там играют в доту, а здесь, короче говоря, делают татуировки. То есть реально татуировки делают. Я в ахуе, а? Такую татуировку хочешь тебе? Да нет, что-то не особо. А такую? Что-то к нам тут пристал какой-то чувак. Блять, ну чё, сука, за хуйня, а? А как у вас качество вообще? У меня такое ощущение, что дерьмо полное. Потому что у меня килобиты прям очень маленькие. Так, а тут везде просто татуировки. Я... Как делаю? Оба. Вот такая вот херня. Так, подожди. А, да. Вот здесь. Так, все. Подождите, мы сейчас выходим, и у меня, соответственно, отключается Wi-Fi. И переподключается на мобильный. Поэтому, ребят, сейчас, наверное, стримчик-то упадет на несколько секунд.
Будьте к этому готовы, на. Так, сейчас. Как сделать? Ладно, давай выйдем. Опа. Что такое? А что, баба?